Я вас приветствую, друзья, вы на канале Веселый Инженер. Меня зовут Андрей, и в сегодняшнем выпуске мы поговорим про допуски на размер. Именно что такое допуски на размер, вы, естественно, знаете, но мои подписчики, в основном, конечно, это начинающие, наверное, специалисты, или даже на 80% это студенты, они задают вопрос, а как графически обозначается допуск, и не понимают, что это такое и что такое поле допуска. В общем, мы сегодня будем на практике объяснять, то есть на таком чертеже я буду брать любой допуск, его раскладывать и показывать вам, что это такое графически. Надеюсь, после этого видео уже не останется вопросов по данной теме. Итак, у нас представлена шестерня, 19 зубьев. Тут мы не будем особо вникать в характеристики данной шестерни, а перейдем непосредственно к размерам, которые имеют числовой допуск обозначения. Так, смотрите, давайте будем так, будем выделять и потом анализировать этот допуск. Смотрите, первое, что мы сделаем, это диаметр 34H7, то есть плюс 0,025 мм, то есть 2,5 сотых у нас допуск. Как будет выглядеть графически? Сразу же давайте вот такую сносочку буду делать и проводим номинальную линию. Так, номинальная линия — это диаметр 34. То есть, видите, у нас диаметр 34, естественно, имеется допуск. Плюс 0,25. Так, так, так. Плюс 0,025. То есть, деталь у нас будет считаться годной, если размер вот это 34 будет в пределах от 34 до 34,025. И вот это вот, вот этот вот квадратик, вот это расстояние от 34 до плюс 0,025, это и есть поле допуска. То же самое можно сделать со вторым размером, то есть размер диаметр 28H12 плюс 0,21. Хорошо, естественно, нулевая линия, диаметр 28, так, плюс 0,21. Раз плюс у нас идет вверх, так, плюс 0,21. То есть вот эта вот линия, да, и вот это вот расстояние между вот этой линией и вот этой составляет 21 сотую миллиметра. Здесь вот это расстояние от этой линии до этой линии составляет всего лишь 25 микрометров. Так, понятно. Теперь давайте возьмем на минус, да, второй допуск, третий вернее, который имеет минусовое значение. Минус 0,3. По такой же схеме выносим. Так, вот у нас идет наша номинальная, диаметр 53. Ну, там с мелочью, да, запятая 95. Непонятно, зачем такой размер. 95 минус 0,3. Минус, соответственно, поле допуска наше уходит вниз. Минусовое значение. И мы здесь получаем минус 0,3. Минус 0,3. И вот это у нас поле допуска. То есть расстояние от номинальной линии от 53 до этого составляет, эта линия составляет 0,3 мм. Соответственно, деталь будет годная, если расстояние будет в пределах диаметра 53 либо 49,7. Четвертое. Что мы посмотрим? Четвертое — это у нас будет, давайте другой цвет возьмем, это будет два допуска, да, то есть плюс 0,035 плюс 0,013. Выглядеть это будет схематично, будет следующим образом. Давайте вот тут берем нулевую линию, номинальную, да, это будет 7, так, ну потому что вот у нас 7. И так как 2 плюса, то, соответственно, нижняя линия допуска будет оторвана от номинальной линии в плюс. То есть вот будет так выглядеть ваш допуск. Так, так будет выглядеть поле допуска. Здесь будет 0, 0.
13. А здесь тоже плюс, здесь плюс. 0, 0, 35. Вот это поле допуска. Вот это расстояние отсюда до номинальной линии будет равняться 13 микрометров. А от 13 до 35 расстояние будет, соответственно, вот это. Размер поля допуска. То есть это будет диапазон от 0,013 до 0,035. Соответственно, если ваша деталь будет, к примеру, 7,01 или 0,8, да, 0,8, то она будет не выдержана, потому что будет верхний предел, да. Если будет, допустим, ниже, вот попадет вот в этот диапазон, давайте другим цветом, вот если попадет размер вот в этот диапазон, то деталь будет не выдержан размер, если в этот, соответственно, тоже. Такая же картина может складываться, если у вас, к примеру, допуск на размер идет в 2 минуса, да, ну, допустим, давайте условно возьмем здесь минус 0,035 и минус 0,013, так, вот ваша будет нулевая номинальная линия, да, 7, так, минус 0,013, то есть мы от 7 отнимаем минус 0,013, вот первая точка, и потом от 7 отнимаем 0,035, вторая точка, вот получается у нас вот такое поле допуска. Соответственно, здесь минус 0,013, здесь минус 0,035. Соответственно, ваша деталь будет годная только в том случае, если ваша деталь будет в размерах, раз здесь на минус, да, то есть от 7 отнимаем 0,013, получаем 6,9, 8, 7, да. То есть мы отняли 0,013 и дальше от 7 отнимаем 0,35, получается 6,9, 65. Ну, грубо говоря, вот в этом если диапазоне ваш размер будет выдержан, то, соответственно, он будет соответствовать размеру, указанному на данной конструкторской документации. Вот так раскладываются, в принципе, у нас допуски. Есть, естественно, различные варианты допусков, различные по разным степеням. Вот если вы обратите внимание, да, вот степень точности H7, да, допуск измеряется в сотых миллиметра, да, если H12 в десятых долях миллиметра. Если часто также задают вопрос, а почему такие вот есть размеры, где допуск не указывается, да, то есть как делать, ну нельзя же сделать ровно в размер. Такие размеры обычно вот такое есть в технических требованиях. Пункт «Неуказанное предельное отклонение размеров по H14». Ну, соответственно, берете таблицу допусков и смотрите по размеру, какой здесь допуск. Если по 14 квалитету, ну, в основном где-то это от 4 до 7 десятых миллиметра. Соответственно, допуски достаточно такие свободные и не требуют каких-то специальных способов обработки, а в основном выполняются чистовая токарная операция. На этом все, друзья. Если по допускам еще остались вопросы, пишите в комментариях. Пообщаемся. Всем добра. Пока-пока.